Что бы хотел сказать напоследок. Верхняя дека гитары изготовлена из цельной ели. Судя по всему, лак достаточно тонкий, потому что видна даже фактура дерева. Нижняя дека и обечайки изготовлены из НАТО. Ну, соответственно, здесь палисандр, как бы все стандартно. Также хочется отметить заднюю часть, отделку грифа. Она... Гриф покрашен матовой краской, и он не глянцевый, а на нем не застревает рука, очень удобно водить по грифу, соответственно, рукой. Ну и также здесь уже установлены струны Yamaha FS50BT, это струны с антикоррозийным покрытием, антираст. Ну, в общем-то, аналог струн Elixir известных. В принципе, очень неплохие струны, и сразу после покупки, наверное, даже нет смысла их менять. Также эта гитара имеет немного уменьшенную по сравнению со стандартной Минзуру. Соответственно, она будет удобна для людей с не очень большими руками, ну, как мои, в частности. В целом, я бы хотел сказать, что этот инструмент весьма и весьма достойный. Как бы у меня он не оставил никакого негатива абсолютно. Так что рекомендую. Всего доброго.